1748 год. Именно тогда в документах Оренбургской губернии появляется первое упоминание об Угуруслане. В разные столетия город относился к уфимскому наместничеству и Самарской губернии. И только в первой половине 20 века вновь возвращается в состав Оренбургской области. Является центром Бугурусланского района, граничит с Абдулинским городским округом, а также с Северным, Осикеевским, Бузулукским районами. От областного центра до Бугуруслана 360 километров. Дикое поле, окраины империи. Заселение этих земель началось во времена Петра I, но основной пик наступил с приходом к власти Екатерины II. В котловине Кинельских гор было велено селить людей, не помнящих родства и племени. Центральная Россия, территория нынешнего Татарстана и Мордовии. Одновременно в Бугурусланскую слободу приезжают люди разных национальностей и сословий. Настоящим расцветом этой земли становится начало 20 века. До революции город относился к Самарской губернии и по своему социально-экономическому положению занимает 4-е место среди уездных городов. У нас на этот момент уже существовала библиотека. В начале 20-го столетия был музей. Был основан музей. Значит, в 2010 году у нас появился водопровод городской, телефонная станция в 1912 году, электричество городское, то есть улицы освещались уже не фонарями с керосиновыми лампами, а электрическими лампами в 1913 году. При поддержке земства у нас открывается больница городская, земская. Помимо этого идет расцвет образования, потому что в 1904 году заложен камень, фундамент женской гимназии. Их у нас было две женские гимназии. Бугуруслан – купеческий город. Архитектура дореволюционной России и сегодня остается главным символом культуры и истории. И это несмотря на то, что город не обошли стороной события гражданской войны. 28 апреля 1919 года развернулась знаменитая Бугурусланская операция. Именно она положила начало полного разгрома Колчака. Местные бои упоминаются в знаменитом романе «Чапаев» Дмитрия Фурманова. Писал об Бугуруслане в своих статьях и Михаил Фрунзе. Дальнейшие события показали, чего стоил бугурусланский удар. Колчак посыпался по всему фронту, и в дальнейшем борьба с Колчаком уже являлась пожинанием лавров бугурусланской победы. Второй важный период в истории Бугуруслана начинается в 1937 году. Именно тогда из скважины номер 1 добыта первая нефть Оренбуржья. В годы Великой Отечественной войны показатели вырастают почти в 7 раз. Страна получила от бугурусланских нефтяников около 1 миллиона тонн черного золота. И это несмотря на то, что в первые месяцы на фронт было мобилизовано почти 1500 бугурусланских нефтяников. Им на смену пришли старики, женщины и дети. В сентябре 1941 года вся страна слушала утреннее сообщение от Советского информбюро. Растет число женщин, занятых на буровых в тресте «Бугуруслан-нефть». Буровой мастер товарищ Бузулуцкий организовал женскую буровую бригаду. Бригада успешно пробурила скважину номер 437, которая уже дает нефть. Стахановскими методами была пройдена и скважина номер 409, сданная на 6 дней раньше срока. 20 бывших домохозяек, жен нефтяников, оканчивают курсы мотористов. 25 женщин учатся на курсах кочегаров. Благодаря самоотверженному труду переходящее красное знамя бугурусланские нефтяники завоевывали 9 раз. Одновременно развивалась и газодобывающая промышленность. В 1942 году в городе впервые на территории СССР были газифицированы 55 частных жилых домов, а через год запущен в эксплуатацию первый в СССР магистральный газопровод «Бугуруслан-Куйбышев». Он положил начало газовой отрасли страны. Но не только промышленными достижениями Бугуруслан вошел в военную историю Советского Союза. Именно здесь, на западе Оренбуржья, расположилось единственное в стране центральное справочное бюро.
Его здание сохранилось и до наших дней. Люди, потерявшие на дорогах войны близких, писали сюда в надежде узнать хоть что-то о своих родных. Письма шли не только со всей страны, но и со всего мира. Австралия, Канада, Бразилия, США. За эти годы в Бугуруслан пришло 17 миллионов запросов. Тысячи людей ждали ответа, и нельзя было оставить непрочитанным ни одно письмо. Рабочий день приходилось увеличивать до 16 часов. Благодаря самоотверженному труду удалось найти 3 миллиона человек. А Бугуруслан навсегда останется в памяти советских людей как город надежды. Военное время подарило России и летное училище. Оно носит имя героя Советского Союза Петра Федоровича Ярамасова. За годы Великой Отечественной войны он совершил почти 200 боевых вылетов, а в мирное время продолжил работу в гражданском воздушном флоте. В 70-е его именем названо Бугуруслановское летное училище. Сегодня в его стена готовят 350 будущих покорителей неба. Сюда поступают из ближнего зарубежья – Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и, конечно, со всей России. Семен Синявский приехал из Забайкальского края. За плечами армия и Новосибирский университет. Специальность – авиастроение. Но мечты о личных полетах привели молодого человека в Оренбургскую область. Бугуруслановское летное училище выделяется это качеством подготовки пилотов. Ну, обучаясь в университете, я познакомился с разными пилотами, то есть в аэроклубе у нас еще в Новосибирске летали летчики, которые рассказывали о Бугуруслановском летном училище. Ну и основываясь на советах знакомых, ко мне пришло такое решение. 48 часов, ровно столько каждый курсант должен провести за штурвалом тренажера. Самолеты «Цесна» и «Даймонд». Все оборудование один к одному соответствует реальным машинам. Температура, давление, турбулентность, состояние взлетно-посадочной полосы. Тренажеры полностью имитируют внешние погодные условия. Это, во-первых, безопасность выполнения полета. Второе – экономичность в обучении. И третье, самое основное, это прекрасно курсанты, ярамасовцы, овладевают техникой пилотирования по приборам на этих тренажерах и действием в особых случаях полета. Эти кадры облетели весь мир. Люди благодарят экипаж за спасение. А сами пилоты и бортпроводники, кажется, еще не до конца осознали. Только что они совершили посадку ценой в 234 жизни. За штурвалом выпускники Бугуруслановского летного училища Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Главное, у него очень быстро, в течение минуты, в голове вся эта ситуация была проиграна. Не зря были шасси не выпущены, убраны. Понятно, да? Чтобы не нарушить целостность баков, заправка полная, керосин. Вот все это у него, все это в голове, все было отработано. То есть все сработало, как компьютер. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин – не единственные герои, чьи первые полеты проходили в Бугуруслановском небе. 10 лет назад свой подвиг совершил пилот первого класса Евгений Новоселов. Во время полета отказало все электро- и радиооборудование. Сажать самолет пришлось на заброшенном аэродроме в республике Коми. На борту было 72 пассажира и 9 членов экипажа. Никто из них не пострадал. В 2010 году Евгению Новоселову президентом России присвоено звание героя. Военные и трудовые подвиги бугурусланцев прославили город на всю Россию. Среди почетных граждан – отличники здравоохранения, заслуженные учителя и работники культуры. Известные летчики и ведущие строители страны. Не обходится этот список и без нефтяников. Алексей Сопов прошел путь от оператора подземного ремонта скважин до начальника цеха. Общий стаж – 43 года. В 2017-м удостоен звания почетный гражданин города Бугуруслана. Во-первых, мы город нефтяников, поэтому вот мы с нефтяниками нельзя нас даже разделять. Мы даже день города празднуем в день нефтяника. Все развитие города пошло от нефтяников. То есть даже не берем там военные годы, это идет. Вот даже уже вот сюда, вот в 70-м годам,
когда началось массовое строительство жилья, вот все наши застройки микрорайонов, это все было в основном. 90% нефтяники. Даже берем вот наш главный дворец культуры, юбилейный, да? Нефтяники. То есть наш стадион нефтяники. Тоже нефтяник называется. Нефть для Бугуруслана – это и рабочие места, и достойная заработная плата. Сегодня традиции отцов-основателей продолжает и эта нефтяная компания. В Бугуруслане – аппарат управления. Только в центральном офисе почти полсотни человек. Финансовая поддержка на отдых, лечение, бесплатное обучение для сотрудников, в том числе и за границей. Предприятие находится на рынке более 20 лет. Добыча нефти составляет около 500 000 тонн в год. Значит, добываем нефть на территории двух областей, Оренбургской и Самарской, и трех административных районов. Это Северный район Оренбургской области и Камышлинско-Ляминский район Самарской области. В нефтяной сфере заняты почти 2000 жителей Бугуруслана. Всего же город стал малой родиной для 50 тысяч человек. Здесь минимальные показатели по безработице – в 4 раза ниже цифр по региону. А средний доход эксперты оценивают в 25 тысяч рублей. Помогают экономике развиваться и предприятия малого и среднего бизнеса. В Бугуруслане производят продукцию по закваске для домашнего приготовления, для молочной промышленности и пребиотики. Последние реализуются в аптеках по всей области. Подобных компаний в Оренбурге больше нет. Вот перед нами флакончик, в котором, как мы видим, находится таблеточка. Эта таблеточка содержит микроорганизмы, которые у потребителя превратят его молоко, которое приобретет в магазине, в мельчиковскую простоквашу. Виктор Литвинов приехал в Бугуруслан 2 года назад. Здесь он помогал разрабатывать технологию получения микробных клеток. За плечами работа в научных институтах столицы России. В области биотехнологий он уже более 40 лет. Признается, что бугурусланское производство соответствует всем российским стандартам. Мы можем высушивать до 50 литров культуральной жидкости. Этот процесс физико-химический. Из замороженного материала, минуя жидкое состояние, вода превращается в пар. И пар под воздействием вакуума, он садится на испаритель. Вот он отделяется от материала, и со временем, это занимает 48 часов, все 50 литров воды из подготовленного материала удаляются и превращаются в лед. Немецкое оборудование и стерильная чистота в каждом кабинете. Некоторые процессы разрешено снимать только через стекло. И это неудивительно, ведь в руках этих специалистов здоровье сотен людей. Последние исследования показали, что правильная микрофлора, она определяет все элементы нашего здоровья. И поэтому, имея на столе каждый день кисломолочный продукт, мы обеспечиваем себя постоянным приходом новой микрофлоры, полезной микрофлоры. И таким образом каждый человек, который потребляет вот такого рода продукцию, обеспечивает себе постоянное здоровье, регулируя кишечную микрофлору. На страже здоровья жителей Бугуруслана стоят врачи центральной городской больницы. В нее входит детская и взрослая поликлиника, женская консультация, скорая помощь и санаторий. Всего более 600 специалистов, из них 82 врача. Прикрепленное население – 26 тысяч человек.
История больницы началась еще в XIX веке в рамках земской реформы Александра II. Вольница состояла из нескольких комнат и большого приемного кабинета. И только в начале XX века начали появляться узкие специалисты – окулисты, стоматологи, венерологи. В годы Великой Отечественной войны на базе городской больницы был организован эвакогоспиталь. Корпуса были разбросаны в разных частях города. Сегодня о том времени уже мало что напоминает, а возглавляет медицинское учреждение вот уже 20 лет Александр Еремин. Под его руководством больница стала крупным хирургическим стационаром на 460 коек. Ежегодно число операций превышает 3000. Широко внедрена у нас эндохирургия. Она представлена и в хирургии, и в урологии, и в лор-практике, в гинекологии. Это у нас 4 эндоскопических стойки работают на постоянной основе. Ну, понятно, это мини-доступы, это быстрая реабилитация больных, это хорошая визуализация операционного поля. Ну, собственно, это давно известно и хорошо работает. Внедряем технологии новые в онкологии, это имеется в виду химиотерапии в рамках программы помощи онкобольным. Достаточно активно в этом, в прошлом году. Самые современные химиопрепараты появилась возможность использовать. А год назад в больнице появилась диализная служба. Сейчас на лечении находится почти 500 человек. У каждого серьезные проблемы с почками. 3 раза в неделю пациенты приходят на так называемую очистку. Это позволяет людям полноценно жить. Мы находимся рядом с миксером, мощным миксером, в который засыпается раствор из 5 компонентов, в который входит и кислота, в том числе и глюкоза, и солевой раствор, обогащенный кальцием. Это большие баки на 500 литров. То есть после того, как замесили раствор, проверили плотность, после этого раствор поступает в бак. Здесь бак готов для диализа. Пациенты придут на диализ, этот раствор будет поступать в диализные залы по системе. Северные Осикеевский, Матвеевский, Бузулукский районы, а также Абдулинский городской округ. Раньше людям приходилось на каждую процедуру ездить в Оренбург. Теперь лечение доступно рядом с домом. Приезжают сюда и жители приграничных территорий Самарской области. Говоря о здоровье, нельзя промолчать о спортивной жизни Бугуруслана. В городе более 60 спортивных сооружений. Среди них 8 футбольных полей, 2 лыжные базы, легкоатлетический манеж и стадион «Нефтяник» в составе спортивного комплекса «Олимп». Есть у города и свой ледовый дворец. Он открылся 11 лет назад. Сегодня здесь занимаются 150 человек. Почти половина из них на отделении хоккей с шайбой. Самым маленьким спортсменам всего 4 года. Постоянные участники соревнований, областных соревнований «Золотая шайба». На нашей базе проводят отборочные соревнования «Золотая шайба» северо-западной зоны Оренбургской области. И потом финалы проводятся или в Новосергиевке, или в Оренбурге. Ну, по назначению, по Министерству спорта. Но наши команды, они всегда выходят в финал этих соревнований. Ну, и там достаточно уверенно, хорошо играют. Многие воспитанники Бугурусланской школы продолжают играть по всей России. В Самаре, Тольятти, Казани. Не так давно в городе появилось и еще одно востребованное направление – пауэрлифтинг. За 2 года здесь сумели воспитать своих кандидатов в мастера спорта и мастеров. Спортсмены не только представляют нашу область на всероссийских соревнованиях, но и организовывают турниры в Бугуруслане. Заняться спортом в Бугуруслане можно и на открытых площадках. Новое пространство для спорта и отдыха совсем скоро появится в самом центре города. В рамках программы «Комфортная городская среда» жители Бугуруслана отдали почти 11 тысяч голосов за благоустройство сада имени Ленина. Общая площадь – 3,5 гектара. Это не просто самый большой парк в городе, но и один из старейших. Первые аллеи были разбиты более полувека назад.
Территория парка плавно переходит на главную театральную площадь. Бугуруслановский драматический театр имени Гоголя – один из старейших храмов Мельпомена в России. Его история началась еще в конце XIX века. Он был построен по просьбе Бугуруслановского уездного попечительства. Его члены решили, что именно культура поможет побороться за трезвость. К 90-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя было возведено первое здание. Помимо театра, там расположился музей и чайная, но вскоре последняя сгорела. На ее месте было сооружено новое здание, получившее название «Гоголевская аудитория». И именно на этом же месте через 100 лет было возведено здание нашего вот уже современного театра. Вот в 2000 году был построен небольшой театр со зрительным залом на 88 посадочных мест. А вот уже в 2015 году открылся вот этот зал с большой сценой на 270 посадочных мест с современным световым и всевозможным техническим оборудованием. Почти 5 лет и более 300 миллионов рублей. Как результат, новая жизнь театра. И первый спектакль, который ставят на этой сцене – «Гоголь. Мертвые души». Эх, тройка, птица, тройка! Ну кто тебя выдумал? Знать у бойкого народа ты могла только родиться на этой земле! Стены и крышу пришлось перестроить. В первую очередь для того, чтобы увеличить площадь сцены. Да и зрителей в зале стало больше. Число мест возросло почти в 4 раза. Сейчас у нас реактивный самолет в руках. Нам нужно его изучить, нам нужно понять все его мелочи и нюансы, потому что свет, конечно, удивительный, звук замечательный, акустика в зале хорошая, атмосфера такая, которая позволит творить, создавать прекрасные спектакли. В свое время театр был связан с такими величинами, как Сергей Аксаков и Николай Рычков. Последний здесь не только ставил спектакли, но и сам в них играл. Еще одно имя, близкое Бугуруслану – Ольга Остроумова. Мало кто знает, но именно этот город – малая родина народной артистки России. Я сюда пришла первый раз в театр вообще. Я настолько взволнована сегодня, что, наконец, этот театр опять жив, возрождается, как феникс из пепла. И благодарю просто всех-всех-всех, кто приложил к этому руку, душу, сердце. У Бугуруслана богатая культурная жизнь. Среди самых крупных коллективов несколько имеют статус народных. Ансамбль «Апрель», клуб любителей поэзии, хор русской песни и ветеранов, а также духовой оркестр. Отдельное место на карте культуры Бугуруслановской земли занимает село Аксаково. От города всего 40 километров. И у каждого есть возможность погрузиться в атмосферу 19 века. По инициативе ЮНЕСКО 1991 год был объявлен годом Сергея Тимофеевича Аксакова. В Бугуруслановском районе начали восстанавливать семейное гнездо известного писателя. Именно здесь он впервые услышал сказку «Аленький цветочек». До наших дней сохранился стол семьи Аксаковых и некоторые личные вещи, в том числе вот эти часы. Они заводятся только раз в год, на день рождения Сергея Тимофеевича. Неподалеку Лебединое озеро, Барский родник и Челяевская гора. Именно эти пейзажи Сергей Тимофеевич Аксаков опишет в книге «Детские годы Багрова внука». Запомнилась ему и речка Большой Бугуруслан. Быстрая, глубокая, многоводная. Краеведы уверены, что в древние времена река была именно такой. Отсюда и название. Буга – пойма реки, а Арслан с тюркских языков переводится как «могучий». Свою силу город на западе Оренбуржья за свою историю доказал не раз. В подтверждение тому – высокие награды. В 2014 году Бугуруслану присвоено почетное звание «Город трудовой славы».